140 миллионов рублей обнаружила полиция у родственников директора Воронежского автодора Александра Трубникова. По версии следствия, эти деньги чиновник вымогал у подрядчиков. Сам задержан накануне с поличным при передаче очередной миллионной взятки. Деньги нашлись в Липецкой области при обыске дома родственников. Их особо не прятали, хранили в мешках и коробках. Самого Трубникова задержали в служебном кабинете. Руководитель автодора на днях планировал улетать в отпуск. На допросах свою причастность к вымогательству произошедшие провокации. Меру пресечения Трубникова должен избрать сегодня Басманный суд Москвы.